На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто беречь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багряно-листном 19-го дня. Пришла пора гнездо слетаться. Я помню день счастливый тот, когда призвали нас собраться. То был 11-й год. Так было все великолепно. День начинался тот с молебна, и был для нас ничуть не мал. Просторный наш лицейский зал. Нетерпеливо мы стояли, я это помню, как сейчас, как на поклон царю всех нас по списку громко выкликали. Потом обед и пирожки, а вечером игра в снежки. Вы помните, когда возник лицей? Как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли. И встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей. Тогда гроза 12-го года еще спала, еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Припомните, у други, с той поры, когда наш круг судьбы соединили. Чему свидетели мы были? И высились, и падали цари. Метались и смущенные народы, и кровь людей, то слава, то свобода, то гордость багрила алтари. Вы помните? Цикла сарать врать. Со старшими мы братьями прощались, и всей наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились. Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились, его полкам готовые снега. Свет прощаешь, как мечтание в объятиях сладкой тишины. И уж отечество признание гремит нам, шествуйте, сыны. Простимся, братья, руку в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас. Друг на друге остановите вы взор с прощальную слезой. Храните, о, друзья, храните ту дружбу с той же душой. То ж к правде сильное стремление, то ж юную ко славе кровь. В ненастье гордое терпение, а в счастье всем равно любовь. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и обеспечен, срастался он под тенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
На дороге наших дней, перепутье общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине. Лид — это фейерверк эмоций. Для меня Лид — это интересные уроки. Лицей — это хорошее воспитание. Лицей — это дружная семья. Для меня лицей — это верные друзья. Лицей для меня — это то место, в которое я иду рано утром с не самым хорошим настроением. Но стоит мне открыть входную дверь, как я вижу педагогов, которые стоят и меряют температуру, расплываюсь в улыбке, и все вокруг мигом преображается. Это то место, из которого я очень быстро убегаю после 6-го урока со звонком, но лишь для того, чтобы взять кофе с собой и вернуться обратно. Лицей — это прежде всего люди. Это мои друзья. И учителя, некоторых из которых я тоже, кстати, могу назвать друзьями. Лицей — это атмосфера творческого взаимодействия и дружбы. Лид — это сплоченность. Для меня лицей — это общение, дружба, поездки, подготовка концертов и слетов, проекты, а оставаться после уроков, чтобы просто пообщаться. В любом случае, это очень значимое для меня место и очень большая часть моей жизни. Лид — это доверие. Для меня лицей — это место, в которое утром мне так тяжело встать, но так хочется пойти, и место, откуда после школы я ну никак не могу уйти.